29 октября губернатор Московской области Андрей Воробьев выступит в прямом эфире телеканала 360 Подмосковье в рамках традиционного ежемесячного разговора с жителями региона. Жители Подмосковья, как всегда, смогут задать актуальные для них вопросы, обсудить проблемы, которые касаются всех сфер жизни, начиная от социальной поддержки и заканчивая медициной и капитальным ремонтом. Трансляция начнется в 19 часов. 26 октября глава района Олег Хромов провел прием граждан по личным опросам в поселке Новодрожино в сельском поселении Булатниковское. В этот раз на встречу по предварительной записи пришли 10 человек. Вопросы касались благоустройства и содержания дорог в населенных пунктах, транспортного обеспечения и безопасности дорожного движения, улучшения жилищных условий очередников. Очередной прием у главы Ленинского района пройдет в следующий понедельник, 2 ноября, в городе Видное. 12 октября 2015 года банки, страховые компании и нотариальные конторы обязаны самостоятельно получать в Росреестре сведения из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним и Государственного кадастра недвижимости. В соответствии с вступившими в действие изменениями в законе, организации не вправе требовать выписки из этих информационных ресурсов от своих клиентов. Сведения должны запрашиваться только в электронной форме через интернет. В библиотеке Расторгуева начал свои занятия кружок «Полезные посиделки». На вводное занятие мастер-класс «Как с легкостью успевать в современной школе» пришли первые посетители. На мастер-классе маленькие читатели знакомились, воспитывали непослушные руки и бусы, собрали волшебную коробочку, исполняющую желание, построили дом общения.